Привет, зритель. Парфюмов на апрель у меня сегодня аж 6. И все таки свежие. Ну, я вот что-то тут рылась в этих парфюмах и ощущаю какой-то аромат, но не могу понять, какой. Есть у меня он в этих самых, что я выбрала? Или это что-то вообще другое? В общем, у меня еще не закончился, но, возможно, в апреле будет в пустых баночках. Подарок от подписчицы Лёлечки. Уже снятость. Мои любимые духи. Уже 10 лет, как мои любимые духи. В 2011 году я с ними познакомилась, сейчас 2021. Короче, цветочная диско Flower Party от Yves Rocher. Красненькие. Еще было 4 варианта, еще спрейчик такой. Ну, всего было 4 варианта. Потом еще был ночное диско, немножко отдавалось. Ну, как бы синенький такой флакончик, немножко более насыщенный. Но вот этот на холоде открывается на мне на улице, как цветочное диско ночное, вот синенькое. Но синенького у меня давно нет. Еще был такой спрейчик 15-миллилитровый с таким интересным дизайном. Тоже чуть-чуть отличался по аромату. Но именно во флакончике таком не с цветочковой крышкой. Но это все уже давно сняли. Потом сняли синенький, потом сняли красненький, сняли вместе их, по-моему, все. Остатки былой роскоши. Я буду тебя хранить, когда ты закончишься. Короче, он у меня с марта переходит на апрель. Я практически только им пользовалась в марте. Ну, там за исключением пары своих самопальных духов, которые на март были заявлены. Вот этот у нас ароматик Avon Summer White Paradise с персиковой такой крышечкой. Это подарок от подписчицы Лёли. Она меня тогда спросила, что бы я хотела. Сказала, можно, если я не на гей, вот это. Мне всегда так неудобно, когда меня спрашивают. Очень приятно, когда что-то обещают и действительно присылают, но очень неудобно, когда меня спрашивают, прям лоб, так, а мне неудобно отвечать. Ну, как бы неудобно озвучивать свои желания. Короче, в общем, оно у меня переходит. Не то чтобы переходит, я его как-то заявляла. А тут я вчера открыла, прыснула и поняла, что сейчас тепло. Хоть сейчас холодный ветер у нас на окном. Но по большей части сейчас тепло, весна, все такое. В апреле обычно тепло, по большей части. Ну и, в общем, на апрель оно очень хочет перейти. Еще у меня один Summer White, только просто Summer White без никто. С голубой крышечкой от Avon. Я не помню, то ли мне его кто-то дарил, то ли это тот, который я сама покупала. Потому что я такой периодически покупаю, вот как только его в Avon увидела в свое время, так периодически и покупаю. Хотя сама в Avon 100 лет уже ничего не покупала. С момента, наверное, как перестала, ну, не совсем с момента, как перестала быть представителем. Тогда у меня еще подружка одно время занималась. Я у нее что-то заказывала. Короче, в общем, свежий аромат. Для меня он в такой линии, как вот Blue Light, Light Blue, Dolce & Gabbana. Потом этот самый Naturelle классическая от Yves Rocher. Light Cocaine от какой-то русской фирмы, не помню название. И вот Summer White вообще вот. Очень похожи такие. Свежий, легкий, с легкой, очень легкой горчинкой. Хороший аромат. Моноаромат уже тоже снятость от Yves Rocher. Я так тут подумала на днях, может мне замутить обзор снятости Yves Rocher парфюма, который у меня есть. Типа вот раритетные парфюмы от Yves Rocher, которые еще есть у меня в коллекции. В общем, моноаромат тут Рапсоду роза. Такая конкретная роза Yves Rocher. Так, кто-то мне когда-то дарил сирень, моноаромат, русская какая-то фирма. Оно было вот именно вот в таком виде, без всяких коробочек. И никаких тут опознавательных знаков нет, кроме 19 PS и какая-то логотипина непонятная. Похожая на серп и молот практически. Моноаромат сирень. Я думала, что он у меня в прошлом году еще закончится. Такой универсальный аромат на любое время года, но вот еще внезапно что-то есть. И он у меня на апрель заявлен. И тут я внезапно то, что обычно летом юзаю. Я что-то тут подумала, что в апреле я хочу это поюзать. Это у нас зеленое дерево, чайное дерево, green tea от Yves Rocher. Кенская вода, она же одеколон. И он тоже такая глубокая снятость, но я знаю, что в Yves Rocher, но периодически в магазине еще года два назад появлялась в интернет. Не знаю, насколько она вот совсем снятость или где-то у них в загашниках что-то осталось. Но мне что-то кажется, что оно уже тоже такой раритет. Оно более насыщенное, более такое зеленое, чем, допустим, подобный аромат у Элизабет Арден Green Tea. Или там у Сальвадора Дари был, кажется, тоже какой-то Green Tea. Ну, более такое, может, стойкое.
Хороший такой аромат. Вообще обычно такие ароматы летом юзала, но вот что-то внезапно на апрель потянуло. Вот такие у меня были парфюмчики, 6 штучек. 3 Фраше, 2 Эйвен и 1 непонятно кто, русский. Всем спасибо за просмотр, ну и можете поделиться в комментах еще не пока, если вы чем-то таким юзались или просто что вы там собираетесь юзать на себе в апреле. А теперь пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!